Внимание! Данное видео содержит нецензурную лексику. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, дорогие друзья, зрители канала. Я решил снять распаковку джойстика, который пришел. Я одновременно буду снимать на телефон и на веб-камеру. Ну, я думаю, так будет прикольно, не знаю почему, но мне так кажется. Так, к сожалению, придется все делать одной рукой, так что, ну так, хреновина. Так, это, короче, вот это вот фиговина, чтобы подставлять телефон. Не знаю, помню, она, я ее не брал, она типа так, дополнение шла. Типа бонусов. Так, давайте сюда. Сейчас мы достанем все. Вот такая вот. Такой джойстик. Было прикольно, если бы они еще клали туда, знаете, эти, ну, подушечки, или как это называется правильно. Эти, короче. Вот такая прикольная подставочка. Да и точнее не подставочка, а чтобы играть. Бля, что-то уронил ее, да? Такая вот. Как это назвать-то? Как это назвать? Короче, держатель для телефона, чтобы можно было на телефоне играть. В общем, вот сюда, я так понимаю, ставится телефон. Это, конечно, очень плохо. Видите, она не регулируется. Все. Беру свои слова обратно, отлично. То есть сюда держ... вот это цепляется за джойстик. А вот эта хрень для телефона. Так, это у нас... как это называется, не помню. Ну, в общем, это для беспроводной. Чтобы без провода играть. Я вижу, что тут зарядки, блядь, нету. Сори за гузиком. Как это еще сказать? Зарядки нет, видимо, тут... Сволочи, все-таки. Или есть зарядка? Да что так? Короче, ладно, я тороплюсь раньше времени. Давайте просто распаковывать и увидим. Вот я разрезал, короче. Я вижу провод. Это у нас... Ну, я, наверное, полагаю, для зарядки. Наверное. Но также, скорее всего, можно использовать как и проводную. Если можно использовать как проводную, то это прикольно. Такой вот джойстик. Ну, в принципе... В принципе, нормально, потому что, ну, я как бы на Xbox'ах и PlayStation, как бы, у меня нету, я, в принципе, не играл, поэтому я думаю, что норм абсолютно. Так, ну, я не вижу тут... Да, тут нету батареек, отлично, это значит, тут там, ну, цельная батарея. Не надо ничего доставать. Ну, вот смотрите, вот, мне нравится, как нажимаются. Кто там любит слушать, вот, послушайте. Ну, в принципе, нормально. Не сказать, что плохо. В руке сидит. Сейчас я вот так вот попробую. Как бы вам показать, как он в руке сидит. Давайте еще вправо возьму. Ну, короче, мне комфортно, я вам так скажу. Я, еще раз повторяюсь, на Xbox, на PlayStation не играю, у меня их нету. Я... Так, они нажимаются, да, они нажимаются. Очень слабенько, может, так не должно быть. Ну, в смысле, они, может, вообще не должны нажиматься, да? Но они вроде нажимаются чуть-чуть. Короче, мне, в принципе, устраивает вполне. 900 с хером рублей стоило. Я считаю, что это вполне нормально. Беспроводное, с 900 с копейками. Но я так понимаю, он разряжен, потому что он не включается. Вот. Я его обязательно заряжу. И сегодня протещу. Что там у нас? Ассасин на запись будет, потом этот, как его, Песка 21, поэтому вот такой вот набор мне пришел. Если вам прикалывает такой ролик, то в будущем, если я что-то буду еще заказывать, я обязательно сниму еще раз. Так что пишите комментарии. Теперь можно уже, я думаю, в эту камеру. Пишите комментарии, оставляйте... Ставляйте лайки, че за бред. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Если кому-то надо, я могу оставить в описании ссылку на продавца, потому что мне пришло буквально за 3 недели. Реально, за 3-2 недели, очень быстро. Сколько было написано, во столько пришло. Так что, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.